Я тут рад спрошу. Quite important for Eastern Partnership. Our minister was present. He expressed his support to Belarus, to civil society, and отказ Александра Лукашенко от участия Беларуси в Восточном партнерстве – это против интересов Беларуси. Конечно, мы понимаем, что программа Восточного партнерства – это программа, которая ведется между правительствами стран Восточного партнерства, но ситуация в Беларуси исключительная, и нам нужно вместе искать подходы, как продолжить участие Беларуси в этом проекте. Eastern Partnership has a strategic importance for Belarus. Essentially, this is the only mechanism that connects, that establishes bilateral ties between Belarus and the European Union. We are not questioning now the geopolitical choice. The protest has never been about geopolitics, but at the same time, European aspirations are very, very popular in Belarus. Понятно, что уже Беларусь не будет присутствовать на саммите Восточного партнерства буквально 15 числа. Каким образом вы видите участие Беларуси и белорусской оппозиции в Восточном партнерстве? Дальнейшем. Для нас это очень важное решение, то, что Европейский Союз выделил значительные средства на поддержку гражданского общества, средств массовой информации, тех людей, которые пострадали от репрессий. Безусловно, что этот объем помощи не отражает всех тех потребностей, которые на сегодняшний день существуют. Еще год назад, или скажем, полтора года назад, гражданское общество было живым, оно действовало из Беларуси. Средства массовой информации, пресса были самодостаточными и не требовали никакой поддержки. Сейчас ситуация в корне изменилась. Практически все НПО и независимые медиа были уничтожены в Беларуси, вынуждены покинуть страну, уехали в Польшу, в Литву, в Латвию, в Украину очень многие уехали, в Грузию. И им нужен уже другой уровень поддержки. Здесь мы собираем такую помощь не только в Европейском Союзе, но и в Соединенных Штатах, и в других странах мира. Планируются другие дополнительные мероприятия для того, чтобы собрать такую поддержку. Поэтому мы очень довольны и благодарны Европейскому Союзу и президенту фон дер Ляйен за то, что она так живо отреагировала на изменившуюся ситуацию и выделила такой объем помощи. И в июне Лукашенко и Маккей заявили о приостановке участия Беларуси в Восточном партнерстве, поэтому не ожидалось, что официальный Минск, что режим будет представлен на этом саммите. Это было бы ненормально, это было бы просто не соответствовало бы реальности. А что касается нас, то мы провели широкомасштабное мероприятие на полях саммита в рамках подготовки к его проведению. На нем участвовали президент Шарль Мишель, участвовал верховный представитель по внешней политике Европейского Союза Жозеп Борель, участвовал 12 министров иностранных дел Европейского Союза. С белорусской стороны Светлана Тихановская возглавила делегацию представителей гражданского общества, политических структур, независимых медиа. И это получился очень, очень важный и очень своевременный разговор о том, какое место Беларусь будет занимать в Восточном партнерстве. Самый главный вывод, что решение Лукашенко о приостановке не может приниматься, оно отвергнуто, Беларусь продолжает участвовать в Восточном партнерстве. Валерий, за оценкой Евросоюза сегодня, по состоянию на сегодня, в Беларуси больше 900 политических заключенных. Соответствуют ли эти цифры реальности и чувствуете ли вы поддержку Евросоюза в освобождении этих людей? Конечно же, цифры занижены в том смысле, что очень многие люди, которые попали в тюрьму, попали в беду, их документы еще обрабатываются правозащитниками. Некоторые из них воздерживаются от того, чтобы подаваться на такой статус, поскольку отношение к политзаключенным в тюрьмах гораздо хуже, чем к обычным заключенным, поэтому многие люди раздумывают о том, стоит это делать или нет. Конечно же, для нас приоритетом является поддержка этих людей сейчас и освобождение их в принципе. Буквально сегодня будет объявлен приговор Сергею Тихановскому, супругу Светланы Тихановской, и ожидается довольно серьезный срок, который, тем не менее, мы рассматриваем как в определенном смысле просто цифры. Мы не будем ждать, пока эти годы пройдут, будет это 10, 15 или 20 лет.
конечно же, мы будем стараться добиваться, чтобы эти людей освободили как можно раньше. Вся Европа была шокирована жестокими репрессиями, которые режим Лукашенко развернул против собственного общества во время протестов. Рано или поздно любые преступления получают свою оценку истории и права. Скажите, пожалуйста, ведет ли белорусская оппозиция учет вот этих вот преступлений для того, чтобы в будущем притянуть этот режим к ответственности? Да, безусловно, такая работа ведется, и достаточно давно, с самого начала, собираются данные о нарушениях, о преступлениях, о пытках, о убийствах. Это делают и белорусские правозащитники, это делают и международный консорциум Dignity, международная платформа за ответственность в Беларуси, так называемая Dignity в ООН. В свою очередь также установлен механизм по сбору данных, оценке данных и составлению их в перспективе в уголовные дела против тех людей, которые участвуют в нарушениях прав человека. Не просто нарушение, это уже полноценное преступление, которое заслужит свою оценку. И, безусловно, все эти люди будут привлечены к ответственности. Спасибо большое. Украина с вами. Жива Беларусь. Дякую. Слава Украине.